Делаю поилку для птичек в саду. Эта тарелка у меня старенькая, появилось много царапин на ней, и как раз я ее буду использовать. У меня очень сильно суккуленты размножились, и я решила вот так красиво оформить эту поилку. Очень вкусные и быстрые рулетики из теста фило. Для каждого рулетика используем 3 листочка. Каждый листочек смазывать сливочным маслом. Начинка – вишневый соус. Рецепт вишневого соуса я оставлю под видео. Всем большое спасибо. До новых встреч. Пока-пока.